Всем привет, дорогие зрители! Мы в Дубае, в отеле Центара Мираж. Это четырехзвездочный отель. Находится он в Дейре, на искусственном острове. Занимает площадь 80 тысяч квадратных метров. И он абсолютно новый. Построен был в 2021 году. Слева ресепшн, где происходит заселение. В отеле очень приятный запах. Красивый интерьер. Висят по классике портреты шейхов. Такая приятная мебель, где можно посидеть и немного расслабиться. Здесь же на ресепшн небольшой бар. Там есть разные кондитерские закуски. И здесь делается кофе и чай. То, чем можно перекусить. Дизайн отеля очень приятный. Там детские развлекаловки. И виден выход к бассейну. И просторная большая терраса. Тут на ресепшн есть небольшой магазинчик, где есть всякие плавсредства, купальники, очки. И тут лифты к номерам. Очень прикольно декорировано черепашками такими. Всего в отеле около 600 номеров, и состоит он из 9-этажного здания. И мы смотрим номер Superior Sea View. Это базовая категория номера, и, конечно же, в данном отеле лучше брать номер с видом на море, иначе можно жить с видом на пустыню. Искусственный остров, и там сейчас идет стройка масштабная. Номера просторные, около 36 квадратных метров. Есть диван, который раскладывается. Номер довольно в минималистичном стиле, но все необходимое в нем есть, и даже какие-то интересные элементы дизайна. Что важно, мини-бар в отеле не пополняется. И теперь главное достоинство номера – это, конечно же, вид на территорию отеля и вид на море. Территория отеля действительно очень зеленая, классная. Вот отсюда ее видно, как на ладони. Можно все рассмотреть в мельчайших деталях. Тут как раз виден и бассейн с препятствиями, и вся ленивая речка. Ее протяженность 225 метров. Очень приятный бар есть на пляже, и когда становится чуть прохладней, мне кажется, вечера там можно провести незабываемые. Еще одна категория номера – это Family Room Double Double. Обычно Family Room – это все-таки двухкомнатные комнаты, но здесь нет. То есть вот все как есть, и эти номера также пользуются спросом. Их площадь абсолютно такая же, как у базовой категории номера Superior. Часть номеров этой категории коннектится с номером Superior. Конечно же, это по запросу. И вот как раз уже территория отеля. Здесь видна ленивая речка, аквапарк, маленький детский аквапарк. Потом посмотрим это поближе. Гости отеля могут передвигаться по ленивой речке. Тут прям все сплошь вода и зелень. Приятная территория. А теперь пойдем посмотрим ее поближе. Есть даже место для ныряния. Он пацанчика все убеждают прыгнуть, но он, видимо, боится. В Центаре есть очень прикольный батутный городок на бассейне. На данный момент на дорожке к пляжу ведутся реновации, будет построен очень красивый мост на пляж. Центара Мираж нам очень понравилась своей интересной территорией, водными горками, очень классной семейной концепцией и особенно концепцией Мираж All Inclusive, которая включает в себя доступ в приватный лаунж. Так что очень всем советуем, кто хочет провести отдых максимально на море, но в то же время рядом с городом. Отель действительно отличный, интересный дизайн, классная анимация, множество мероприятий для семей и для детей. Все очень здорово, однозначно стоит его посетить. Вот так выглядит пляж Центары Мираж с воды.
Отель очень приятный. У него есть свой фирменный фиолетовый цвет. Нам понравилось. Есть уединенный бассейн для взрослых. Он же релакс-бассейн. И здесь более детская часть с аквапарком. Тут же протекает ленивая речка. Там панда-городок. В жару он закрыт, но в хороший сезон для Эмирата он обычно работает. И вот он поближе, панда-городок. Там уже инструктируют детей, чтобы они смогли попасть на трап. Под натяжными тентами детская площадка с брызгалками. И тот же мостик, который ведет к бару. Ленивые речки. Вся территория отеля в таком немного тайском стиле. Зелень, узкие дорожки. А там как раз прямо по курсу вышка для прыжков. Глубокий бассейн, дежурит спасатель. Вот там заходит девочка прыгать. Сейчас мы посмотрим, как это будет. Ну вот. Такие развлечения. Территория основного семейного бассейна. Здесь пологий заход. И прямо по курсу большое здание. Там рестораны есть и бары. Конечно, основной бассейн в отеле очень большой. Он занимает огромную площадь. И в то же время он очень уютный. Тут же бич-клаб, где можно перекусить. И также есть мороженое. Здесь находятся кабаны, которые можно забронировать и отдыхать более уединенно. И еще один бассейн, очень классные зонтики. Бассейн огромный. И выходит прямо на пляж. Пляж в отеле очень широкий, места масса, и также есть волейбольная сетка и мини-футбол. Основной ресторан отеля. Очень красиво визуально. Есть детский уголок с едой. Мы на завтраке. Киндер-буфет. Здесь каша. Огромный выбор булочек всех сортов и мастей. Так что здесь каждый найдет себе по душе. Представлены овощи, можно самостоятельно собрать себе салатик, разбавить его маслом, несколько сыров, колбас и сухофрукты. Есть также рыбка и разные дополнения к салатам. Фруктовый стол также представлен. Есть разные нарезки, есть цельные фрукты, можно взять с собой на перекус, например, для детей. Несколько видов йогуртов, есть и в пачке, есть и в общей миске. И тут йогурты еще продолжаются. Есть также уже собранные небольшие завтраки. Сухие завтраки, конечно же, тоже есть, различные топпинги. Очень красивый ресторан, прям тематически оформлен. И здесь горячие блюда завтрака. Это разные омлеты, яичницы, яйца, гренки и так далее. В отеле отличный, классный спортзал, множество тренажеров. И, конечно, главная фишка отеля – это кэнди-спа.
настоящий детский спа. Тут закуски для юных любителей спа. Вообще очень классно оформлено. Также в отеле есть лаунж из ожидания. Для тех, кто либо рано заехал, либо поздно выезжает. Здесь очень комфортная такая комната. Есть телевизор, диванчики, где можно полежать, и душевые. И далее переходим в лаунж, который входит в концепцию Mirage All Inclusive, где все включено по максимуму. Можно завтракать вот в таком прекрасном помещении, которое объединено с игровой комнатой. То есть, если дети устали сидеть, взрослые могут наслаждаться завтраком, а дети играть в таком классном месте, где все-все предусмотрено для их комфорта. Ассортимент в этом лаунже похож на основной ресторан. Напоминаю, мы были на завтраке. Но здесь добавлена уже красная рыба и более камерно все расставлено, оформлено тематически. Выглядит все очень аппетитно. Сладкая часть нам понравилась особенно, очень классно все разложено, красиво и аппетитно. Так что рекомендуем. И в отеле есть игровая комната для подростков, здесь есть и PlayStation, и вот такие интересные автоматы. Так что и дети, и взрослые здесь не заскучают, это точно. Также ежедневно в отеле публикуется расписание представлений, и вот как раз зона, где вечером проводятся то фокусы, то еще что-то интересное для детей. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось наше видео, и оно было вам полезно при выборе отеля. А также напоминаю, тур любой отель мы можем вам рассчитать и оформить. Обращайтесь за выбором прекрасного отдыха к профессионалам. И, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Нам это очень важно.